Всем привет, с вами Родригес. И Сайба с вами, всем привет. Сегодня нам прислали мод из Рыцаря Дорог. Откуда? Из Рыцаря Дорог. То есть это старый фильм, я его давно смотрел, но я почти его не помню, 82-го года, по-моему. Друзья, напишите в комментариях, кстати, кто смотрел такой фильм или сериал, я знаю, что... Это еще... когда тебе 15 лет было, да, в 82-м? Да, наверное, когда мне было там где-то в 82-м, мне исполнилось где-то 15 лет, и я помню этот фильм. Ну ладно, давай садиться, давай посмотрим. Давай. Что за машина, что за модельку нам прислали сегодня, давайте протестим. Посмотрим. Выглядит она как-то топоровенько, честно говоря. Топоровенько, да, выглядит как-то так. Движок у нас какой? Движок стандартный. Это у нас джиповский. И даже еще добавлена функция дрифта, мне кажется, сюда. Да. Даже хлещ этого джипа дрифтует. Вау, смотри, какие фары. Смотри, какие фары. Да-да. А ты видел, что мигалки там мигают? Я вам включил мигалки. Так, а мигалочка у нас на восьмерочку, да. На восьмерку я включаю, вот она мигает. Нормалек, чё? Ну вот так-то, котик. Задумочка хорошая. Кстати, чем-то напоминает, очень похоже, да, на ту машину, которая была в этом фильме «Рыцарь дорог». Да-да-да, конечно, я прям его смотрел. Культовый, кстати, фильмец. Кстати, культовый фильмец. Думаешь? Да, давай посмотрим, сколько она развивается. 114, в принципе, никаких выдающихся у нас... Прикинь, вас... короче, у меня ноги торчат из машины. Нет. Ты прикинь, пятки. Ты видел, да? Это за дополнительный тормоз, мне кажется. Я только хотел сказать, никаких выдающихся у нас каких-то фишечек нету здесь. Есть, да? Но, походу, пяточки-то у нас торчат. Торможение пятками. Пяточки торчат на поле. Ну-ка, давай-ка. Давай-ка полетаем. Салончик посмотрим. Давайте посмотрим салончик. А, инверсия, да, опять. Опять инверсия. А типа из будущего, как бы, да, все электрическое тут. Да, все такое, прям электромобиль. Электро. Это салон такой будущего. Так, ну, будущего 82-го года. Ну, как люди видели... Представление, да, будущего. Да, в 82-м году будущее. Вот приблизительно так они видели. А будущее было какой год-то? Не знаешь? В смысле, в этом фильме какой год? А, вот, кстати, я не помню, какой год в этом фильме. Что там? Я вообще подзабыл, друзья. Так что напишите в комментариях, кто смотрел, про что вообще фильм. Я, может, если будет у нас время, мы, может, Сайба там посмотрим, да? Может быть. Так, надо... Погуглим, но не, не обещаем, но может быть, если будет время. Да едешь сюда, нет? А, так, ты где? Дрифтуй. Давайте посмотрим. А, вот ты прямо, полетать, да? Полетать нам маленько попробовать. Давай полетаем, посмотрим. Она такая плоская, может быть, улетит далеко. Я вижу уже пяточки издалека твои. Сверкают, да? Сверкают на поле. Что, как обычно? Я не знаю, пяточки, они тоже были предусмотрены? Может быть, там рыцарь дорог именно так любил ездить, а? Может быть, сжать свои пяточки, да? Да. Ну что, поехали? Давай, раз, два, три, поехал. Потом я с тобой. Посмотрим, как она у нас летает. Разгоняется достаточно быстро. Да, она прямо сразу сотку набирает спокойно. Да, 114 у нас скорость. Главное не поворачивать, ее начинает заносить сразу туда поворачивать. Главное в машине это не поворачивать. Да, в машине главное лучше не поворачивать. Машина хорошая, но в машине главное не поворачивать, да? Да, лучше ехать прямо, да? Просто прямо. Вау! Это фигня, прикинь, там еще булочки торчат, не только пятки. Да ладно. Да? Это прикол просто, ее надо перевернуть, я тебе покажу. Подожди, как мы перевернем, а? А давай, ну попробуем. Это прикол, а? Нет. Это вообще... Что ты там увидел, интересно? Булочки. Ну-ка, ничего, я заехал, ты видел, да, как? Смотри, на березу заскочил. Да ладно, нифига себе. Ты не видел булки? Нет, я не видел. Блин, как хочешь перевернуть машину, так не получается, да? Да. Я же специально туда заезжал в надежде, что все-таки... О, видишь, прям торчат такие. Попробуй еще подойти и просто слетай и на днище смотри на это. Слушай, она прям как будто без свесов такая, да, идеально прям залетает. Нашел? Во, перевернул. Подожди, не успел посмотреть. Где булки? Не вижу. Смотрим булки. Давай. Ищем булки. Какие там булочки. Блин, что за дела? Я не вижу булки. Давай еще раз попробуем. Давай. Я уже тут протоптал, смотри. Я уже эти булки вижу десятый раз. Попробуй просто слететь и посмотреть. Во, видел, я видел, да. Скользь.
прикольно, они так торчат. Щикотно, наверное, есть. А, травка такая прям... низкая, может. Нежно, да? Ласкает булочки, когда ты едешь. Пяточки тоже шуршат по полю. Красота, рыцарь дорог. Машина вообще супер просто. Да, рыцарь дорог вообще. И чувствуешь себя настоящим рыцарем, когда едешь на такой тачке, да? Она низкая, капец, да? Не, она низкая, реально. Ну, прикольная, даже в принципе. Конечно, вообще. А, машина будущего, да? Ну, это... Сейчас на нее посмотреть, машина прошлого какая-то. Не, ну это все-таки... На 60-е годы какие-то смахивают. 80-й да. Максимум, да. Ну, что, старые фильмы, они как раз были... Моднявые тогда были вот такие машины. Все хотели себе, наверное, такую тачку. В будущем, да? Да, в будущем когда-нибудь. Они не думали, что... Представляешь, когда снимали «Рыцарь дорог», они не думали, что однажды сделают мод на ферме в симуляторе, 2015. Да? 2015. Сколько лет-то уже прошло, нифига себе. Да, это сколько лет? Это, да господи, это больше 30 лет, да? 33 года, ну. 33 года, друзья, 33 года. И только сейчас мы делаем... Обзор на эту обзор, да. На эту машину замечательную. Ну же, давай, Булкими! Фига ты как четко сейчас сделал, а? Я пытаюсь все-таки показать всем. Всем Булкиным? Достоинство. Есть! Еще разочек мы посмотрели. Ну надо же, она не переворачивается, вот как назло. Я уже не знаю, что мне с ней делать. Друзья, в принципе, хороший автомобиль, он не переворачивается практически. Блин, заезжает так с разгона, офигеть. Вот. Хорошо. Видно? Видно всем теперь, что я вот на боку еду сейчас, смотри. На боку еду. Не переворачиваться, можно вот двигаться... Нифига себе, прикольно. На боку нормально. Далеко-то уехал. Да, действительно, главный герой наш, водитель, и пяточки, и булочки, все, так сказать, на виду. Прикольно. Все нормально, все хорошо. В общем, хорошо. Поугарать машина, да, такая? Да, давай попробуем что-нибудь прицепить. Ее можно, нет, прицепить на нее прицепчик, а? Навряд ли. Я здесь не вижу ничего, не, за что цеплять, нет. Да? Ну, давай все-таки попробуем, вдруг... Слушай, внутри, кстати, прикольно ездить. Скорость чувствуется. Правда, мутное стекло, капец. Да? Она мутноватая, да. Как затонировано. Могли бы посветлее, да, сделать? Да. Совсем могли бы его не делать, как... Можно было и без стекла, да? Можно было. Не, просто скорость чувствуется. Я даже не знал, что она так будет чувствоваться. О, нифига стыка поставил. Нормально. Четко. Так, ну мы пробуем, но я сомневаюсь, конечно, что он... Я так понял, это полиция на них ездила, раз мигалки стоят, да? В фильме в этом. А, наверное. Слушай, я уже забыл вообще. Да, это что-то там было про полицейского, вообще фильм про полицейского. Вот его ж не наверное, машина. Который... в общем, который работал таким... в полиции и... наверное, ловил преступника. Ты это хотел сказать, да? Наверное, да, да. Не, не цепляет. Не цепляет, да? Меня тоже не цепляет. Не приспособлена эта машина для этого. Ну, фары такие прикольные, да? Такой цвет интересный. Какой-то бирюзовый. Бирюзовый, да, реально. Бирюзовые фары. Ну, такая для того времени неплохая, мне кажется. Стильная машина была. Стильная машина. Но наш водитель, смотри, сидит как. Низко очень. Низко сидит, он навряд ли что-то видит. Но с другой стороны, он чувствует кайф. Кайф. Да? От того, да, что... Нет. Там не кайф, когда... там пятки стираются, горят. Горящие. Горящие пятки. Горящий пукан, вот что значит. Пукан. Когда поедешь на этой машине, узнаешь, что это такое. Вот что знает, да, когда горят пуканы. Когда берешь себе машину... такую рыцарем Мистрия, да? Дорог, да. На самом деле, в принципе, мод, что, уникальный, я бы так сказал, уникальный мод, который, ну... Разнообразие какое-то все равно приносит, да, сюда? Привнесет в вашу фирму разнообразие, вы почувствуете, что как-то все-таки это машина будущего, да? Да. Надеюсь, она может уже... Будущее. 80... Но окунуться можно в 82-й год и почувствовать себя в будущем. Вот как-то что-то так. Интересное там. Окунитесь в 82-й год и почувствуйте себя в 2015-м, да. Вот такой вот мод у нас получился. Друзья, пишите в комментариях про этот фильм, кому понравился «Рыцарь дорог», кому не понравился вообще. Может быть, смотрел ли кто-нибудь его? Смотрел ли, да. Старый счет. Да, достаточно старенький фильм.
Я уже его плохо помню. Может быть, мы его пересмотрим. Я не помню. И вот, ну я так вот перед выпуском полистал немножко, посмотрел. Ну я что-то, актеры вроде знакомые, но было это дело давно-давно. А, что ж, друзья, присылайте нам другие моды. Моды достаточно, у вас всегда интересные моды. Самые интересные мы будем отбирать моды и делать на них обзоры. А, присылать можно ссылочку нам в группу ВКонтакте. Но мы будем с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вам желаем хорошего настроения. До новых встреч, всем пока. Всем пока, ребят.